В детском спортивном клубе «Орленок», где ребята занимаются дзюдо, прошли соревнования белых поясов. Их участниками стали самые юные воспитанники клуба. Для некоторых эти соревнования оказались первыми. Наш мобильный репортер стал свидетелем захватывающих поединков. Первые победы и первые поражения. Слезы и радость. В небольшом зале «Орленка» с трудом смогли поместиться все, кто пришел поболеть за ребят. Почти 40 белых поясов вышли на татами, чтобы испытать свои силы в состязаниях с одноклубниками. И вот момент награждения. Подняться на пьедестал почета, пусть и на разные ступени смогли не все, но каждый участник соревнований был отмечен дипломом и медалью.